Карачаево-Черкесском госуниверситете имени Умара Алиева полным ходом идут ремонтные работы корпуса естественно-географического факультета. Одно из старых зданий Карачаевска буквально преображается на глазах. Здесь полностью будет обновлен фасад и крыша корпуса. Уже совсем скоро студенты будут обучаться в комфортных условиях. На каком этапе ремонт и когда здание распахнет свои двери, узнавал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Здание останется узнаваемым, сохранит исторический облик, но при этом ремонт должен быть качественным, отмечает руководство КЧГУ. Корпус естественно-географического факультета является одной из первых построек Карачаевска. По словам старожил, здание возвели еще в 30-е годы прошлого столетия. В нем в разное время располагались различные учебные заведения. В прошлом году решением администрации Карачаевского городского округа здание передали на баланс университета. И уже активными темпами ведется ремонтные работы по обновлению фасада и отделке стен. Министерство науки и высшее образование поддержал наш проект. И сегодня вот ведутся работы по существу комплексного ремонта здания. А это значит, что начиная с подвала, фасад, окна, двери, покрытия, кровля, ну все помимо несущих стен, все будет меняться. И я надеюсь, что наши студенты, преподаватели, которые будут здесь заниматься, естественно, географического факультета, а также жители и гости нашего города получат наслаждение красотой этого здания. Важно отметить, что здание реставрировали один раз в 1961 году, и после ремонт не проводился. Подрядчики уверены, что работы идут быстрыми темпами, и совсем скоро студенты смогут заниматься в новом корпусе в комфортных условиях. Капитально ремонтируется крыша, фасады, внутренняя отделка, все коммуникации. На данном этапе идет работа по устройству кровли, завершена работа по демонтажу, работа по прокладке коммуникаций и подготовка к отделочным работам. У нас сохранились теплые воспоминания от учебы в старом здании, но мы очень ждем, когда его полностью отремонтируют, отмечают студенты естественно-географического факультета КЧГУ. Несмотря на то, что зданию был необходим ремонт, благодаря нашим преподавателям нам было очень хорошо, уютно и тепло в этом здании. Но очень бы хотелось, чтобы наши кабинеты стали намного просторнее, светлее и оборудованнее. Все студенты естественно-географического факультета с нетерпением ждут того, что ремонт скорее закончится, и мы наконец-то переедем к себе обратно. По словам подрядчика, все ремонтные работы завершат к концу декабря, а уже в новом году корпус будет сдан в эксплуатацию. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.